привет. Сегодня очередной стрим. Пропусти ее рекомендую. Мы на военной базе. Загрузимся. У нас 2% здоровья, и я снова растратила. Они переходят туда, надо их, наверное, как-то убрать. Ну,
I
Пожалуйста, не стреляйте! Рычаг справа открывает люк. Но механизм неисправен, поэтому его нужно открыть вручную, на башне. Там вы увидите поворотное колесо. Его нужно поворачивать, пока люк не откроется. Ну, пожалуйста, отпустите меня. Я сказал все, что знаю.
Пойдите. Да, Джек? Лоскович приземлился с Кобры на Мальте 6 часов назад. Целым и невредимым, надеюсь? Да, сэр. Ученые-аэронавты уже направлены на Мальту. Отлично. Я прочитал твой доклад, Джек. Скажи мне, что ты думаешь об этой операции воскрешения, которая так волнует немцев? Но это уже второй раз, когда всплывает это имя. Сначала на раскопках, а теперь на ракетной базе. Определенно есть связь между головой смерти и паранормальной группой. Что еще? Боюсь, что нет, сэр. Нам нужно больше информации. И что ты предлагаешь? Мы идем к источнику. И так мы доберемся до головы смерти. Мы повергнем его на его же территории. Насколько я понимаю, ты говоришь о секретном оружейном комплексе около Купельштадта. Именно. Интересное предложение. Знаешь, мы давно пытаемся проникнуть в этот комплекс. Пока безрезультатно. Я знаю об этом, сэр. И ты также знаешь, что Купельштадт подвергался массированным бомбардировкам союзников последние 48 часов. Да, сэр. Откровенно говоря, я рассчитывал, что это отвлечет нацистов и поможет нам. Ты, вероятно, не знаешь, что наши друзья из Крайза и в этом районе сообщали об ученом высокого уровня из комплекса, желающим дезертировать и отчаянно нуждающимся в помощи. Я полагаю, он может предоставить нам очень ценную информацию. Несомненно. Хорошо. Вот что мы сделаем. Мы отправим агента Блацковича связаться с группой Крайза и около Купельштадта. Они знают, как попасть в оружейный комплекс, а он поможет им вытащить из комплекса этого ученого и доставить его к нам. А затем? А затем он выступит в роли ищейки, идущей по следу. Хорошо, мы должны поторопиться. Ник Паусты. Спасательная команда Крайзу впереди нас сообщает, что в следующем квартале скрывается 6 человек с Паустами. Ты должен устранить их, чтобы я мог продвигаться дальше. Отличная работа. Теперь поторопитесь, ты должен найти спасательную команду. Уничтожу колокольню, если там есть снайперы. Наша группа нашла ученого дезертира, но они
под сильным огнем в следующем квартале. Им нужна твоя помощь. Наша группа нашла ученого-дезертира, но они под сильным огнем в следующем квартале. Им нужна твоя помощь. Хорошо. Ученый в безопасности, но впереди сильное сопротивление перед оружейным комплексом. Вперед! Спасибо за помощь. Мы скоро вывезем ученого, а тебе нужно идти. Торопись! Я больше не выдержу! Иди! Наша группа нашла ученого-дезертира, но они под сильным огнем в следующем квартале. Им нужна твоя помощь. Я больше не выдержу! Иди! Я больше не выдержу! Иди!
больше не выдержу! Иди! Я больше не выдержу! Иди!